27 июля 2001 года в селе Старый Атаги Грозненского района Чеченской Республики примерно в 20 часов на улице Хамбаши Нурадилова во дворе одного из заброшенных домов на неустановленном взрывном устройстве подорвались семеро подростков, жителей села Старый Атаги, из которых двое скончались, и один, то есть пятеро, получили осколочные ранения. Сегодня, 2 июля 2001 года, в селе Старый Атаги Грозненского района Чеченской Республики мы проводим беседу с одним из пострадавших и с ее матерью. Ваша фамилия, имя, отчество, пожалуйста. Кирилова Зина Умаровна. Год рождения ваш? 59-й год. Национальность? Чечен. А где проживаете? Село Старый Атаги Грозненского района. А улица? Подгорная, 24. Вот вы живете в этом доме, да? Да. Ясно. Вот этот ваш сын? Мой. Вот лежит ваш сын, да, с перевязанными руками. А как его фамилия, имя, отчество? Кадилов Адам Муслаевич. А год рождения? 1990 года, 28 апреля. 28 апреля, да? Да. Он учится в школе? Учится. В каком классе? Сейчас в шестой классе. В шестом. То есть закончил пять классов, пять. Да? Угу. Расскажите, пожалуйста, когда и что произошло вот с вашим сыном? Что, когда это было? Это было числа 27 вечером. 27 какого месяца? Июля. Июнь, первый месяц? Интер. Первый месяц. Июня, да? Июня, да. До какого года? 2001 года. Года, да? Да. Так. Вечером 20 часов было. Угу. Получили осколочные ранения. Угу. Они подорвались. Угу. А где они подорвались? Не слышно? На брошенном доме играли они. Там подорвались. Угу. А как играли? Во что они играли-то? Это далеко от вашего дома? Нет, недалеко. А вот ваш сын, он хорошо может на русском языке рассказать, объяснить? Он не умеет рассказать. Ну, он умеет, но вообще он на русском языке. Так, ну-ка, как его зовут? Адам, да? Адам. Адам. Как фамилия твоя? Эдио. Зовут как? Адам. Отчество? Год рождения? Какой? 90-й год, да? А, расскажи, пожалуйста, значит, что случилось вот с тобой? Как вот, когда это было? М? Вот что у тебя с руками случилось? Как вот получилось это все? Ага. Осколки. Осколки? От чего? А где этот взрыв произошел? В каком месте? Недалеко от нас. А что вы делали там во дворе? Сидели. Сидели. А кто еще там был с тобой? Одиннадцать ребят, да? Да. 11 ребят. А вот как произошел этот взрыв? Ты можешь сказать? А? Ну ты видел что-нибудь, вот как вот взорвались другие? Вот из этих 11 сколько вас ранило? 7. 7 ранило, да? А вот сколько из них, значит, живые и сколько умерло? 2. 2 умерли, да? Остальные 5 ранены, да? Да. Вот ты как получил ранение, как вот получился? Что вы делали? Сидели? Да. А взрыв как произошел?
А кто умер из ребят? Фамилии знаешь? Знаю. Как фамилия? Матио, Магомед и Кунтео. А сколько Магомеду лет? 12. 12 лет? Да. А второй кто ты говоришь? Кунтео. Кунтео, да? А ему, ему сколько лет? 15 лет, ясно. А вот он вам рассказывал, вот, как у них это, как произошел взрыв и что там произошло? Расскажите, пожалуйста, вот мать, вы беседовали с другими, вот с кем-то, кто там находился? Вот как произошел, что взорвалось там, вот, по вашим рассказам? Ну вот, откуда появилось туда, там это взрывное устройство или что там взорвалось? На второй день, когда было первый день зачистка, второй день они игрались там. Угу. А зачистка когда? Когда? За день до их подрыв? Да? Вперед было. Это 26-го, да? 26-го, да. Во дворе этого дома кто? Они там сидели. А зачистку кто делал? Кто? Российские. Ну это кто? Российские солдаты? Российские солдаты были. Были в этом дворе, да? Да. Полчаса они там сидели, кушали. Да. Говорят так. Ага. Они долго там возились, говорят. Ага. Там доски лежали и мусор был, говорят. Ага. Под мусор они там положились. Взрывное устройство. На второй день они там играли, произошло взрыв. Не знаю, как это было. То есть вот в том месте, где они подорвались, да. Значит, в том доме, во дворе доме, значит, проводили зачистку российские солдаты за день их подрыва, да? Да. Это какого? 26 числа? 26 числа. Так. Ну а вот кто-нибудь видел, что это такое, это взрывное устройство, как оно собой представляет? Никто не видел, не знаете? Никто не видел, не знает. То есть как произошел взрыв только, да? Да. Вот у вас, у вашего сына какие ранения? Какие раны? У меня сына ранения в руках. В руках? Они сильные, большие ранения? Большие очень. Так. А на теле? На теле есть ранения? А вы могли бы показать уже? Могу. Да. Пожалуйста, вот я сейчас. Это осколки, да? Осколки. Сейчас. Подахили, да? Вот так вот. Сейчас я пойду, поставлю. Угу. Это вот эти вот ранения, да? Да. Осколки. Угу. И на плече тоже, да? На плече тоже. Угу. А их осколки еще не вытащили их, да? Нет, не вот вытащили, да? Сейчас минутку еще сядет. Ищите сколько, да? А на там другой стороне есть или нет? На другой стороне тоже немножко. Есть, да? А, ну хватит, и что? А вот у других вот ребят тоже такие же ранения, да? Да, Маша, да. Сейчас мы проводили видеозапись беседы с пострадавшим, с Эдиловым Адамом Мусаевичем и его матерью. Значит, сегодня 2 июля 2001 год.
значит, село Старые Этаги Грозненского района Чеченской Республики. Время 13 часов 20 минут. Да, маршал, да. Так, велел Айленц, буду. Чего бы ты пожелал? Да, чтобы ты быстро выздоровел, самое главное.